14 декабря сегодня, минус 1 градус, снег идет, вот такая у нас лепота, красиво, на завтра на ночь минус 11 передают, сегодня вот теперь, завтра заморозок сильный. Все семьи стетоскопом прослушал, все сидят тихо, одна вот эта вот в новом улье, самой осенью гудит, что-то ей не нравится. Мой некрашенный улей, зимуют здесь пчелки с закрытым нижним литком в этом улье. Вот сейчас откроем и посмотрим, как клуб сформировался, внизу или вверху. Нижний литок, он очень сильно влияет на то, как клуб сформируется на зиму. Не так все в этом деле просто. Снегу подвалило, так подвалило. Грех жаловаться. Вот мои пчелочки, любимые. Сидят возле передней стенки. Вот они. Красавец. На доске сидят. И видно, что клуб к потолку не прилип. Клуб имеет вид шара, и это только его вершинка. Все пчелки сидят внизу, если посмотреть туда вниз, все пчелки сидят там внизу на рамках, там, где им и положено. Вот так вот клуб расположен. Вершина клуба сверху, все пчелы сидят внизу. Вот это вот влияние закрытого нижнего литка. Чем хорош закрытый нижний литок? Потому что если взять рамку, пчелы на зиму сложили вверху рамки мед, а здесь внизу у них ложе клуба. Если холодный воздух заходит в нижний литок, внизу улья становится холодно, и пчелы от холода уходят вверх, то есть ищут самое теплое место. То есть они покидают свое ложе клуба, если им сильно холодно от нижнего литка, перемещаются вверх, прилипают к потолочине, получается, клуб имеет не форму шара, а форму полукруга такого, то есть он прилипает к потолку. И таким образом пчелы, получается, сидят на запечатанном меде, бросают то ложе клуба, которое они сформировали осенью, переходят в теплое место, попадают на запечатанный мед, на меде они мерзнут. И зимовка получается плохая. Пчелы, когда подмерзают, ничего хорошего это не предвещает. Утепление сухое, плесени на рамках нету, значит, все хорошо. Лишней влажности в улье нету. И когда клуб формируется на зиму, желательно не спешить их утеплять. Потому что если сделаете теплый потолок, рано утеплите, то пчелы тоже прилипают к потолку, тоже попадают на запечатанный мед. Получается половинка клуба, сплющенный клуб, плохо зимует. Так вот, чтобы пчелы правильно сформировали клуб в виде шара, надо не спешить с утеплением, ложить его, когда уже заморозки начнутся, и закрывать нижний литок. Таким образом у вас будет холодный потолок и теплое дно. И пчелы сядут внизу рамок, в ложе клуба, вот, и не прилипнут к потолку. Посмотрим, что делается в этой гудущей семье в новом улье. Чего они гудут? Так, если прислушаться, слышно, как гудут. Прилично так. Ладно, откроем, посмотрим. Значит, во время формировки гнезда нижний литок в этой семье был закрыт. Ну, я его осенью еще закрываю, чтобы осы не ползали по улью. Поэтому это два в одном. Нижний литок закрыл, и ос нету осенью в улье. И полный холодный в улье. Но потом, когда была большая оттепель у нас, то, соответственно, я им нижний литок на 1 сантиметр открыл. Я в видео показывал. Пчелы очень активные. Чрезвычайно. О-о-о, девчата. Вот так вот они сидят. Но не скажу, что клуб сплющенный. Нормальный клуб.
покажу поближе. Сидят мои пчелки. Возле передней стенки все хорошо. Все правильно. Напротив литка. Нижний литок открыт на сантиметр. И пчелки сидят, гудут. Чистые, не обгаженные. Но улочки сверху полностью забиты пчелами. Значит, все-таки клуб пошел немножко кверху. Не сильно прилип к доскам, но верх сильно запечатанный. Значит, они внизу улья немножко подмерзают. Значит, я им этот литочек прикрою. Завтра морозы, минус 11. Гонять воду им не надо. Не зря они гудут. Они сидят вверху рамок, в верхней части рамок. Весь клуб. Улочки вверху сильно уплотнены пчелами. Значит, низ рамок они бросили. Значит, они сидят на запечатанном меде. И потому беспокойно зимуют. Не зря они гули. Ну, ничего страшного. Сейчас мы им утепление немножко снимем. Поменяем на сухое, потому что оно немножко влажное. Вот, и немножко их разутеплим. Сделаем гнездо более холодное. Нижний литок я закрыл полностью. Пусть дно прогревается. А верх немножко охлажу. И заставлю их немножко опуститься. Все ясно, почему вы гудите целую зиму. Сели неправильно. Ну, бывает. Ничего страшного. Вот такое вот влияние нижнего литка на зимовку. Но это не значит, что оно все время так будет. Раз не приходится. Но, как пишут мне в комментарии, открой полностью нижний литок. Не открою. И не просить. Нижний литок открытым держать не надо. Его надо приоткрывать только когда оттепель, чтобы тяга увеличилась в улье. Воду вытягивала. А когда заморозки, литочек нижненький надо прикрывать. Тогда теплое дно и пчелы садятся правильно на рамки.